Покинул нас на днях огромная трагедия в семье певицы Натали. Певица Натали сообщила о смерти отца. Анатолий Миняев скончался на 71-м году жизни. Об этом исполнительница сообщила в своем инстаграм. Натали опубликовала семейное фото с отцом и написала, что переживает огромную трагедию. Потеря отца стала для нее настоящим потрясением. Певица отметила, что в феврале Анатолий Николаевич отпраздновал свое 70-летие и был в прекрасной физической форме. Что именно стало причиной смерти, не уточняется. Мой навеки родной, любимый, драгоценный папка отпраздновал в феврале свое 70-летие и на днях покинул нас. Большой семьей, конечно, легче нести утрату. Скорбим, дети, жена, внуки. Любимый, написала певица. Фанаты выразили свои соболезнования. Чуть позже певица опубликовала следующее сообщение. 24 июня еду с похорон и от души благодарю вас за поддержку в предыдущем посте по поводу ухода отца. Сначала не хотела делиться, так как это лично, а артист все-таки из области развлечения но, оказывается, сочувствие облегчает скорбь. Немного побаивалась не очень привычных церемоний прощения но все прошло светло, легко, трогательно и на душе хорошо. Конечно, всегда уход из этой жизни родного человека – неожиданность, но память и благодарность – чудодейственные способности человека. Светлого вам настроения, написала Натали в своем микроблоге. Напомним, что отец Натали Миняев Анатолий Николаевич работал заместителем главного энергетика на заводе «Оргстекло», о чем сама певица напомнила в своем посте. Он был был женат на лаборантке Людмиле, с которой они вместе вырастили трех детей. Сейчас и сама Натали заботится о своих трех отпрысках, один из которых уже вырос в самостоятельную личность. В 1991-м она официально оформила отношения с Александром Рудиным, а в 2001 году впервые стала мамой. Своего первенца певица назвала Арсением. Спустя 9 лет Натали родила сына Анатолия, а в 2017-м у пары появился третий ребенок, которому дали имя Евгений.